говорят, что этого огромного красного нет. Синий на месте кристалл. Фиолетовый, синий и голубой теперь, когда достанется, будет, доставится, будет на месте. Говорят, красного нету. Говорят, тебя утягивает вниз на место, где не хватает. Должна быть какая-то сила там, а место силы пусто, и поэтому тебя постоянно туда притягивает, чтобы Тор функционировал нормально, иначе место пустое, и он сам тебя туда направляет. Да, я должен с собой свои силы заполнить и всех напитать, что не хватает. А где красный кристалл? Они говорят, что нет. Они говорят, разбитая сила из него вытянута. Кем? Осколки есть много. А силу, которая была и кем, это он. Черный. С красным. В пыль. Я спрашиваю, что как в фильме про Танос говорили про фиолетовый кристалл. Он говорит, что брали. Не знает, когда он наши фильмы знает, но говорит, что врали. Он все знает. Пусть расскажет, когда, для чего он сломал. Если бы все камни были на месте, и если не уничтожить ни один, тогда тебе было бы проще собраться и победить, а так не хватает, и ты собой заполняешь, и у тебя постоянно идет откат от победы. Вот такое говорит. Хорошо, с замком мы не закончили. Замок красивый. Место они там почистили уже вокруг. Да, оно восстанавливается. Угу. А внутри замок перестроили? Энергия свободно идет. Он немножко похож на тот, который диснеевский рисует. Ну, чуть-чуть. Да, но более круглый, скажем так. Да, да. Пусть все отмывают от красного цвета и черного. Пусть будет бело-синий. Прежний. Финьков пусть запустят туда. Пусть поживут. Покажи им новую игрушку. Да, показал. Пусть они покажут синий фиолетовый кристалл. Он под самым верхом. Угу. Он огромный. Он занимает какое-то пространство, как часть галактики большая. И он козлообразный. Он удерживает форму. Вокруг него какое-то сияние, свечение. Не знаю, что это. Вот я резонансом пытаюсь потрогать, в резонанс войти, и нам что-то мешает, Моно. Пусть и не скажет, что мне и тебе мешает. Чтобы мы вместе. Сначала по отдельности, что мне мешает его почувствовать, в резонанс войти. Чувствую, как что-то мешает, как сетка какая-то. Он говорит, что это неправильно. И низа не идет энергия, тебя туда не подымет. Ничего тебе мешать не может. А, ну только все. Нужно все. Тогда идем вниз. Синий кристалл чувствую нормально. Голубой поднимается. Зеленый где? В порядке? Ничего ему не мешает кристаллу? Пусть посмотрит. Оттянутый на 35 градусов в сторону, говорит. Он там как внутрь запертый. Да. Не понимаю, куда он там внутрь запертый, но где-то он там. Освободить могут все вместе?
он как запер в скале, в решетке какой-то. Угу. Что это? Они не пробуют. Его что-то удерживает там. Пусть найдут что. Печати какие-то, замки какие-то. Мои печати есть? Да. Твоя сила есть на этих печати. А, ну тогда уже забираю. Судью туда, расторгнуть. Такое какое-то странное показывает, как вроде кольцом ты каким-то приложил и запечатал. Не понимаю, откуда эта А картинка. я был уже в рое, либо до. Да. Ответ просто идет, что да. Все мои силы, печати, изменения, когда я делал в рое, отменить. Разобрать. Все сделанное мною в рое отменить. А этот кристалл я тяну. Решетку разорвал. Пусть они его тянут обратно на место. Странно, он как, знаешь, как маятник на веревке, на какой-то привязанный. Вот так раз, и вот так в стороне вот этот зафиксирован. Если его отпустить, чтобы он хопа и на место встал. Вот, надо отпустить. Много сил уходит, чтобы его там держать. А зачем? Дышать полегче стало, хорошо. Блин, скрипит все как. Угу. Корежит что-то там. Так я весь тор чуть-чуть. Угу. Я слышу вот этот скрежет. Синий кристалл на месте? Говорят, что да. Голубой тоже на месте, ничего не мешает? Не заперты? По-моему, встал. Угу. Пусть смотрит синий, не перепрограммирован ли тоже так снизу? Или как-то иначе? Как-то иначе, да. Знаешь, как обруч, и вот как на кольце, допустим, вот камень ставить, вот такие вот, знаешь, зажимчики, которые угу. держат. Как паучок, да. Угу. Кто поставил? Говорит, ты. Тоже в рое. Говорит, нет. Пусть покажет картинку. А что делает это? Это функция этого паучка. Огранки. Программирует. Паучок, вирус удерживает неправильно. Без гармонии не взаимодействует. На стороны свет не расходится. Вирус там откуда? Из роя. Отлично. Значит, убирать этот паучок. Говорят, ты был не в рое. Показывает картинку. Ты в ящике был. А, ну... Может, я что в рое? В первом. Да, первый ящик. Убираем это. Снизу паучок, да. Такой. Чик.
только что написал статью про золотых диагностов. Пусть бумеранг понаделает 1100 золотых диагностов и запихивает их всего. А из символа люди будут забирать. Как рядом стоят и ждут. Так, зеленый встал на место, спросил себя. Говорит, процессы более инертны. Но он возвращается, да? Говорит, да. Просто посмотрел, отвлекся. Они так не говорят. Просто да или нет, они смотрят. Все нормально. Желтенький кристалл. Нет. Его нету? Я вижу его, он где-то есть, только на месте его нет. Ну пусть ищут, где. Кто его вытащил. Мне как-то показывает, что он как вверх ногами перевернут. Какая разница, где вверх, где ноги? Есть разница. Потом вот течет энергия вот так. Вот они показывают, что он вверх ногами где-то перевернут. Пусть разворачивают. Им что-то заткнули. Красно-черный им заткнул что-то. Что там заткнуто? Вот как один канал, и вот второй должен отходить. И вот тут перемычка из этого желтого кристалла поставлена. Знаешь, вот как труба канализационная туда и туда. И вот эта вот боковая линия тут заткнута. Он перенаправляет. Получается. Да. Ну вот так вот. Да еще вверх ногами. Да, вот так заткнули. Ну это они так показывают. Я вытаскиваю. А трубы канализационные такие, они... были раньше, либо это новое? Это просто они показали, там труб нету, они просто показали потоки, вот туда-туда поток. Потоки так шли раньше, либо это новые потоки, вновь образованные? Нет, они не вновь образованные, они давно образованы, они один из них естественный, второй образованный. Вот второй убрать. Откуда, куда он шел? Они показывают, что это какая-то магистраль должна была быть новая. Восстановить естественно и этот убрать. А кристалл я чуть-чуть дергаю, он переворачивается и идет на место. Пусть они проконтролируют, поставят на место.
Его как пробку или как заглушку какую-то использовали. Заткнули. Перевернув, то есть он своей энергией теперь не как Тор снизу вверх, а как наоборот. Глушил естественный поток и перенаправлял на неестественный. На новую ось вращения Тора. Планируемую. Дорога хаоса. Как в одном. Фантастическом произведении. Я не вижу оранжевого совсем. А красного, они говорят, как нет, пыль, осколки. Подожди, сейчас я немножко восстановлюсь с этим. Хорошо. И весь Тор становится... Где оранжевый? Давай просто поищем. Я его могу почувствовать. Угу. Он где-то вверху, там, где должен быть синий, или на том уровне, где синий сейчас находится. В стороне немножко. И сзади, как будто, да. Как Да. будто, чтобы он руководил подсознанием и всем. Умка, давай его. Разгребем эти завалы ментальные, которыми конструкция окружен. Что за хрень? Кристаллами другими. Чтобы он во всем транслировал, но на уровне мозгов забивал мозги. Блин, такое впечатление, что там реально просто мусорку сделали. Если можно сказать, что бывает мусорка в Торе. Как шлаки, как что-то вокруг там забито, забито, просто и все. Свалка. Смотри, что еще интересно в этой свалке. Кто там есть? Да ну нафиг, это фантазия моя. Такого свалки быть не может. Может, они закидали. Там иконы есть и все остальное. Да, только они выглядят как гоблины сейчас. Если разгрести вот эту глину какую-то сверху, это видно, что это кон. Но там он как ну вот покрыт сверху чем-то, знаешь, как в глазури. Бумеранги им пошли, пусть освобождает. Глазурь эту скидывают. Поливалки туда новые, которые с дуделками. И синие пусть сами освобождают конов, которых как прилепило чем-то. Кто эту свалку делал? Как крыс посадили. Я смотрю, Илья. Я не могу понять, кто. Образ идет, медуза, она все на него валить. Ну, по его плану, скажем так, это точно. Такое впечатление, что он там не один был. Там какое-то женское начало вместе с ним этим руководило, не руководило, принимало участие. Но кто это такая, я не вижу, хоть ты что сделай. У синего спроси. Впечатление, что сидит там просто кто-то семечки щелкает рядом и мусор Даже сыпет. сейчас? Нет, это тот момент, когда образовывалась эта мусорка, скажем так. Ну, если не ты, то кто? Почему я сразу?
Я шучу, ладно. Ну, тварь, наверное. Ну, спроси у синего, кто там еще помогал. Это не то, что помогало, как при молчаливом участии. Вот сидит лямочка, щелкает туда и... Ну, вот такая картинка идет. Илья, что он говорит? Что-то как чирикает. Я его не слышу. Да-да-да, еще нос потри. Все ты слышишь. Говорим. Я правда не поняла. Я не обманываю тебя никогда. Ну, ты? Засрала. Не засрала, а защелкала. Ну, защелкала. Какая разница? Я не думаю, но что-то большое и похожее. Тогда чисти там все. Чего бы я там делала? Все. Может, это какая проекция просто? Угу. Не виновата я, он сам пришел. Ну, не надо так. Мы же еще пока не разобрались. Да, я убираю. Угу. Хуже всего, что я если вижу, я должна сказать обязательно. Да. Это невозможно. Почему хуже, лучше? Ну, лучше всего. Это невозможно промолчать. Просто идет и вот, блин, Да. как по башке. Даже если не хочу что-то говорить, мне тык. Нужно Да, правильно. сказать. Потому что это твоя работа, функция. Что делать? Я так и понимаю, что... Синечки щелкать и говорить, не думая. Неизвестно, что хуже. Шучу. Смотри. Что за семечки? Откуда этот мусор информационный? Там не все вот эти семечки, не вся свалка из семечек. Семечки как камешки, а потом они обрастали эти, ну вот. Там. Скорлупа, а потом они просто на Какая-то них. мертвая вселенная, несколько как бурелом такой. Деревья по коны накиданные, тоже непонятные. Сколько? 14 точно, она еще маленькие какие-то есть. Что за нахер? Откуда их столько? И зачем свалку сделали в том месте именно? Как сознание забить на уровне мозгов? Да, вероятно. Спроси у синего. Да, говорит, прилом. Поменять все нужно. Чтобы не функционировал старый поток, если поменять все. Вверх-вниз. Голубой перетянули, и этот перетянули туда, а этот туда. Как-то так показывает. И еще говорит, что ниже красного был еще один. Говорит, что то, что мы считаем как 7, на самом деле должно быть еще один снизу. 9 должно быть, по идее. Как тот 9, это 9 уже выше. Тот, который первоисточник. Да, он белый, а внизу типа черный. А внизу еще должен быть один. Я не знаю, Илья, что это за картинка идет. Девочка катается на огромных качелях и плюет семечки. И вот куда она плюет эти семечки, там потом свалка образуется. Что за девочка?
красивая девочка. Хорошенькая. Чё, она плюется? Не знаю. Так не палкой. Чей образ? Что за ней? Не вижу. Ладно. Не обманывай. Кристалл освободился. Девочка такая воздушная вся. Угу. Красивая. Угу. Какой у нее размер, если она может плеваться на весь Тор? Это просто аллегория какая-то. Я понял. Вряд ли это так было на самом деле. Просто картинка такая. Ладно, разберемся раньше. Кристалл освободился. Нет, еще его там растаскивают, синие вокруг него. Ветки, буреломы какие-то, не знаю, деревья, вселенная, что-то, нагромождение какое-то. Говорят, что их нельзя просто оттащить, их нужно переработать. Потому что они уже 100 раз мутировали, изменились и прочее. В таком же виде их оттащить, они там будут херню творить. Надо вернуть первоначально, да, и работать. Да, они как мохом поросли, эти все ветки, деревья. Вот картинка такая просто идет. Кто это может переработать? Синий же переработал. С моей помощью. Как мозги засраны, сейчас прочистим. Коны там освобождаются. Сколько их? Как-то трансформируется эта картинка этой красивой девочки. Это уже не девочка. А кто? Она мне идет как образ похожий, знаешь, как вот это. Что Анджелина Джоли играла. Малефисента. Ну вот, ну, образ. Тварь. Да, образ просто. Угу. Вначале видела девочка, потом ее увидела. Угу. Не знаю, почему такая трансформация. Просто говорю, что вижу. Да, Ты да, да. сказал ткнуть. Я ткнула и смотрю, оно как собирается потом в кучу и другой образ. Угу. Так и есть. Впечатление, что синие какой-то там станок соорудили, и все эти ветки труху из них делают. А труху тогда уже поливалки забирают. Угу. Как пылесосы втягивают. Вон коны освобождаются. Реально, как глазурь с них спадает. Они какие-то разного размера. Не пойму, почему. Одни большие, другие совсем как воробушки, типа. На разные вселенные, разные иконы. Пусть возвращаются по домам. Может, им какой антивирус? Они стоят, нифига не понимают, куда возвращаться, что делать. Ну, доктор. Пусть синие каждого тоже почистит мозги каждому. Пусть вспоминают все. Он как в ухо им засунул хвостики, там что-то. Начиная с самых маленьких и... Да в любом порядке, ладно. Потому что в этом состоянии они мне напоминают Тантала на уровне кузнеца. Угу. Так и есть. Они стерты. Нету подключек к родной вселенной и... Их использовали и выкинули. Тварь.
по тем вселенным, что ходила. Потом выкидывала. Ела вкусное раз, а шелуху выкидывала. Семечки вот эти. Шелуха, вот да. Время там течет иначе, но Странно половина так. работы сделана. Знаешь, как интересно. Как вроде вот его синий взял одного маленького, что-то в рот капнул, что-то в ушах прочистил. Знаешь, как птицы учат птенцов летать, вот с ветки тыньк, и он должен лететь. И посылает. Есть такое, как воробушки, да. Другие побольше. Как обезьянки какие-то. По колено. Да. Ну, это в самом низу такие иконы. Ну да, откуда она их притащила? Забирала их силу, вселенные, свойства. И выкидывала пустышки. Пусть восстанавливаются. Сколько их там штук? Я тоже вижу 14 лет. Это первое, что пришло, да. Должно было быть побольше. По-моему, всего вселенных она много прошла, иконов много. Может, еще где какой Еще затык? где-то, еще, ну, наша вселенная, я. 15-й и еще кто-то. Вот наш кон, тоже 17 вселенных. Всего вроде 18. Хорошая цифра. Веселуха. Веселуха. Да, вот такая точно картинка. Они вниз туда падают, а потом как крылья открывают и летят уже. Ну, то есть, пока долетают до низатура, они вспоминаются и как уже планируют сами, На куда лететь. уже силу Да. забирают, да, и домой. Мне не идет умными какими-то фразами, мне такими примитивными картинками. Жух, полетел. Да, искать свою опустошенную вселенную, гнездовить заново. Самый большой он уже почти сверху. Да, просят, чтобы ты помог Илье. Как? Если они сбросят этот камень просто вниз, он разобьется. Или вот эти, которые стоят, разрушат. Нужно как-то спустить его аккуратно. Только столкнуть, дальше он пойдет по туру. Так говорят. Вот я его пытаюсь взять. Вместе с тем, что вокруг него. Смотри, что происходит. Он как прилипший к чему-то, да? Угу. Ты его отрываешь просто. Там кто-то тебе помогает. Я вижу, это не только синие. Мне вообще картинка какие-то пещерные люди, блин, что за фигня? Угу. Танталу покажи тоже. Да, видит. Завал. И это пусть
помогает мне нести. Я пошел на центр сначала, центровали. Угу. И в поток. Ой. Смотри, пусть все не покажут. Встал в поток. Что происходит? Встал в поток. Медленно начинает запускаться, и как пузыри из-под него идут. Да. Очищается, перерабатывает. Угу. И на резонансе должен идти на тот уровень, где он есть. Угу. Хорошо. Ждем перерыв и подумаем потом, как восстановить красный. Хорошо.